Новое свидание с иркутским небом состоялось у второго самолета МС-21. И на этот раз воздушный красавец, что называется, преобразился. Теперь щеголяет блестящими белыми боками. Начинка же лайнера осталась прежней, и она отлично работает. Именно белый цвет выгодно подчеркивает качество поверхности лайнера и точность стыковки всех частей фюзеляжа. Во время своего очередного испытательного полета МС-21 провел в небе чуть больше 3 часов и поднялся на высоту в 9000 метров. У пилотов была задача проверить системы и снять необходимые показатели. Все сработало в штатном режиме. Летные испытания второго лайнера начались в мае. Первый самолет сейчас находится в подмосковном городе Жуковском.